Так, ну что ж, мы, собственно, взяли меч, взяли, не знаю, много чего, короче, сделали, мол, молодцы, все дела. Что у меня там, кстати, по еде? 3/4, росток, тень. Эфрита надо выбросить. 2 эфрита точно не нужно будет, я их зря вообще, на самом деле, в таком количестве брал. Нам нужно всех по одному. Ай. Да уйди ты. Замечательно. А теперь мы выбросим вот это. Выбросим вот это. Подберем это и подберем это. По идее, сейчас встал все на место. Да, вот. Короче, видите, у нас Ифрит, Дитта, Росток и Тень. Все на месте, все замечательно. Я думаю, что этого как раз нам и не хватало, да? То есть, чтобы уравновесить все это дело. Вот. Поэтому будем надеяться, что все будет в этом плане хорошо. Что у нас по статусу? Я, собственно, особо ничего не собрал. Кольцо, только это... Последнюю часть я соберу, по-моему, сейчас, когда пойду в замок. Но в замок я пока что не хочу пойти. Пока что я все-таки вооружусь своим мечом. А, блин, идиот. Так лохануться. А, я забыл тень призвать, собственно. Ладно. А, нет, не надо. За что вы меня бьете, сволочи? А, больно. Ладно. Второй раз на 100 уровень падать не будем с вами, я думаю. Ну, а я вам сейчас покажу еще одну, ну, не то чтобы секреточку, но, тем не менее. Тем не менее, оно того стоит. Так, мы запускаем вот это вот сюда. И сейчас надо бы вспомнить, куда мне идти, чтобы найти нужное мне место. Потому что я, честно говоря, плохо помню. Оу. Евший, что ли, вообще там, я не понял. Эй, тихо. Тихо. Тихо, я сказал. Да ё-моё. Так, а что нам, собственно, дает одну... ХП, это, по-моему, больше восстанавливает, правильно? Да, 3/4 ХП-СП. Так, нам нужно на болото. Болото у нас находится на другой стороне. Сейчас, короче, туда пробежимся, ребятки, с вами. Болото у нас находится вот здесь. Надо полностью пробежать всю эту локацию. Ау. Всю вот эту локацию тоже надо полностью пробежать. Кстати, если я правильно помню, по-моему, есть еще вот здесь какой-то секрет. Кстати говоря, сейчас что-то. Если я не ошибаюсь, вот здесь вот. Так, а ну-ка. Да. Для его использования надо сделать, по идее. Я единственное, я не помню. Ага, вот так вот надо сделать сюда. И получаем мы черную эту штученцу. Нам опять нужно возвращаться за эфиритом, где его лучше всего взять. Вот подумать. Что там нигде нету вроде бы. Не за эфиритом, точнее за тенью. Ладно, сейчас вернусь. Теперь нам надо еще дальше пройтись. Я не помню абсолютно все места, где есть такие вот штученцы. Помню, что, по-моему, на горе такая штука есть еще. Но, честно говоря, плохо ее помню. Сейчас я хочу пробежаться полностью налево. И показать вам еще один такой секретик, в принципе. Относительный секретик, на самом деле. Там можно поднять меч, но нам оттуда нужно только сфера. По-моему, там лежит сфера зеленая.
Есть еще секретик на пляже, по-моему, сером, который сбоку у нас находится. Надо вспоминать, потому что я очень давно в эту игру играл, я что вспоминаю, я вам показываю сразу, так сказать. О, смотрите, у нас с вами сколько максимально ХП восстанавливает, а это треть, а это СП половину восстанавливает. Бросим, поднимем. Так, а сколько у нас восстанавливает вот эта фигня? По-моему, она немного восстанавливает. Давайте сейчас проверим. 1/4. Здесь 3/4 СП. Все-таки нет, она восстанавливает больше, чем вот эта вот фигня. Кстати говоря, мне тут недавно написали о том, что я на самом деле страдал фигней, бла-бла-бла, и вообще я слишком легко проходил, потому что на самом деле можно пройти все в усложненном режиме, не освобождая ифрита, а я типа проходил очень все легко дело, и короче, все дела. Ну, не знаю, не хочу я проходить без ифрита, мне не нравится. Хотя, если пройти на самом-самом-самом начале все вот эти уровни, то да, вы сможете пройти без эфирита, потому что у вас будет вот этот вот бесконечный меч огненный. И вы сможете спокойно пройти без него. Так. Единственное, вы, по-моему, вот эту вот не сможете пройти, которая подо мной сейчас находится. Да, вот скрытая локация, вот эта вот секретка. Вы ее пройти без эфирита не сможете ни при каких обстоятельствах, поэтому даже не пытайтесь. Хреновенько, конечно. Так, зеленый ключ. Здесь мы можем пройти туда, куда не могли пройти до этого. Теперь берем тень, кстати. По-моему, там мы сверху ее сейчас можем взять. Ай. Тихо. Вот мы зажимаем. А, это взрыв, это не то. Надо двойной щелчок. Вот он перекопался, сейчас он съест. И вот нам скрытая локация, в которой мы, кстати, не были с вами. Ой-ой-ой. Это было глупо. Это было очень глупо. Да ё-моё. Так, что касается цветков, мы их не можем. Я совсем забыл, что здесь жопа творится на самом-таки деле. Сейчас мы встанем, надеюсь, я успею освободить, точнее, скушать для ифрита кое-что раньше, чем. Ифрит, жри их. Так. ХПшечку за энцать убийств нам дали. Фух. Получаем здесь мы, по-моему, каждого. Да. Короче, оно того, так сказать, стоило. А где же у нас? Не после огненной пещеры случаем. Да вроде нет. Нет, не здесь. По крайней мере, я не припоминаю, чтобы здесь что-то было. Так, здесь ключ.
Там наверху проход, по-моему, который нужно освободить. В который я не проходил. Так. Вот. Заходим внутрь. Берем. Я не помню. По-моему, здесь какой-то арбалет дается специфический тоже. Давайте просто, не знаю, там вот эти бомбы положим. Берем, посмотрим, что здесь за арбалет. На 100 выстрелов лук дается. Довольно мощный. Если кому надо, на самом начале. Почему нет? Мне он уже относительно бессмысленен. Кстати, там по стати можно посмотреть, сколько мы убили. 839 я убил. Где каждые 100 нам дается, или каждые 50 нам дается усиление нашего героя. Благодаря тени мы можем делать вот такие вещи. Как видите, мы забрали еще один секретик тени. А, по-моему, где-то вот он. Это еще одна печальная секреточка, в которой нас просто имеют. В которой нас просто-напросто дичайшим образом поимели. Чуть-чуть. Жизнь-ка. Ау. Не нафиг. Я не помню. Там как-то конкретно надо. Они жесткие, кстати, я вам скажу, ребята. И это довольно жесткая секреточка. Здесь нас только так иметь будет. И не скажу, что, конечно, нету какого-то определенного момента, где нам, может быть, будет относительно легко. Но в большинстве своем нас будет бить и больно. Особенно в самом начале вот этот прям... Классненько, мне прям всегда нравилось. Так. Пустой сундук плюс нас закрыло. Ай, блин, я забыл, что их несколько штук. Ау-чау-чау-чау-чау-чау. Блин, я, честно говоря, не помню, можно ли здесь как-то вызвать духа воды, потому что она бы нам очень помогла, но, видимо, нет. Поэтому будем использовать то, что имеем.
Он до того момента, пока я не пробегу, пробежать нормально мы не сможем. Так, надо вспоминать, как мы можем брать вот эту фигню. А, брать мы сможем только с той стороны, и то только этим. Ну, я понял. Только тенью. Ау. Же на бас не вызывается там. Здесь нам дают, ну скажем так, довольно хороший меч, в принципе, на 30, то есть тоже вот такой же, как у нас, ну слабее немножко. Будем надеяться, что нам дадут мясо. Нам дали мясо, замечательно. Нам дали много чего. ХПСП восстановили. ХПСП восстановили. О, выбрасываем, берем, это 100, это 3,5, там по половине, да? Ау. Авау, больно. Опять пустой. Пошли в шоп. Ах ты ж мразь. Вот этих мразот ненавижу вообще очень сильно. Они очень сильно мешают, честно говоря. Ё-моё. Благо тут можно... По одному, можно сказать, с ними сражаться и особо не запариваться. Ну, если, конечно, не загреть вдруг сразу несколько. Давайте мы от него, скажем так, сныкаемся немножко. И вот нам здесь дают вот такой лук. Идиотина. Этот лук, короче, на 100, точнее, бесконечный бомбер лук, если я правильно помню. Так, ну давай. Ну, хорош летает. О. Так,
на чем мы там его заменить можем? FPS Max. У нас очень много на восстановлении кого-то и очень мало на восстановлении нас самих, поэтому мы кидаем, мы подбираем, подмещаемся. Пытаемся что-нибудь взять, ни хрена не берется, потому что у нас ни хрена нету, собственно говоря. Так, я заглючил, по-моему, эту хрень. Ау-па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 -
Ау, больно. Ай, тихо. Да хорош! Да хорош ты так делать-то, ё-моё. Еще зомбик он, я вижу. Да ёп, красоте. Костом, ребят. Долго мне с вами сражаться-то, ё-моё. Так, отходим, 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 отходим. Тут иного варианта просто против них особо нету, потому что они тупо ухреначат. Мама, не горюй. Хрен с ним, что жизнь-ку я просрал, но зато выжил. Все, по-моему, это конец. Да, нас вернули ровно туда. Ай. Свернули ровно туда, где мы были. Такая вот. Вот такой замечательный забег, можно сказать. Вот, ну а теперь можно с счастливой душой и телом, и еще чем-нибудь, спокойно, спокойнейшим образом просто брать и идти уже на выход. Потому что на выходе нас ждет что? Правильно, что-то полезное, что-то хорошее. Но если по-честному, то на выход нам нужно сюда вот, для того, чтобы очень хорошо повеселиться с цветком, который... Да хороший, вы чё, вы ребята, вы чё? Здесь нам нового ничего не скажут. Сохраним, боу. Кушай давай. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Вот не помню, но, по-моему, он не продолжает бежать, если, да, видите, не продолжает бежать. И куда же попадаем? А попадаем мы, собственно, в замок, в котором уже куча врагов. Но давайте их не будем трогать. Хотя, может и потрогать, я не знаю. Можем сделать вот так. Поговорить с охраной. Охрана не живая. Охрана здесь вся мертвая, ее убили. Или оглушили. Но поговорить с ребятами нельзя. Но что, собственно, есть проблема? Проходим дальше, и что же мы видим? Этот чувак добрался и сюда. Охрана все еще в отключке. Мы видим нашего отца, нашу сестру. И что же здесь происходит? Али! Привет, золотой наруч. Я дам тебе принцессу, если ты найдешь большой куб, спрятанный где-то внутри замка. Приди к горе Аллат. Я отдам твою сестру в обмен на большой куб.
После чего нас к хренам пинают вниз, и мы уже ничего не можем сделать. Ну что ж, давайте, собственно, посмотрим, что мы действительно на самом деле можем сделать. Это пройтись вот сюда. Ну, во-первых, сохраниться, куда мы попали, не знаю. В общем, такая печаль. У нас сестру держат в плену. Отца вроде как тоже держат в плену. В общем, все печально как-то. Так. Насколько я помню, здесь зомбики, да. Так, что лучше? Лук? ХПСП-3? Или вот это? ХПСП... Нет, лук лучше. Но знаете, что можно сделать? Можно... Можно просто делать вот так. Тюрень. Получаем желтый ключик. Зачем нам нужен желтый ключик? Сейчас мы узнаем. Возвращаемся обратно. Как видите, вот на остальных линиях, да, которые вот есть выше, мы не можем туда пройти по той причине, что там идет вода. То есть она как бы нам не даст пройти никуда. Вот как вот здесь вот, например, видите, нас просто сталкивает вниз в итоге. Не знаю, будет ли возможность постебаться над рыбой. Как-то ее